Вот, ребята, смотрите, заправил 75 литров на 10 тысяч тенге. Это мы в Казахстане находимся. Бензин у нас стоит, смотрите, 145 тенге за литр. Газ стоит 55 рублей тенге за литр. Значит, я сейчас заплатил за 75 литров 1900 рублей. Смотрите, это 15 километров от Оренбургской области. И причем самый большой прикол в том, что бензин это российский, и газ тоже. Посмотрите, все россияне тут заправляются своим же бензином. Слушай, а газ почем на российские рубли получается? 10? А бензин 20, 26,50. Спасибо большое. Всего доброго. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Сегодня 7 марта 2019 года. Казахстан, Павлодар. Цена на бензин АИ-92 в пересчете на рубли по сегодняшнему курсу 26 рублей 60 копеек. Так у меня вопрос вот госслужащим, силовикам, налоговикам. Вы к чему страну доведете? Вот когда родину догнобите, вы куда собрались переезжать? 45 рублей литр солярки. Сколько ж можно это терпеть? Я с вами согласен. Вот то, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов.